О, я попал в шикарнейшую компанию. Конечно. Я... Стало лучше. О, еще лучше! Мужик! Мужик, во! Да. Ты их обоих или нет? Честно только. Жена, ты успокойся. Что-что? Я так понял, вот это слева от тебя свободно. Да, я теща. Ты теща? А это... О, ты Да. теща. А Отлично. я Слушай, дочка из скажи мне, Питера. пожалуйста, вот ты как мама этой девочки, Да. они в ЗАГСе уже были? Нет. А собираются? Да. А сколько у твоей дочери до него было партнеров сексуальных? Один. Один? Да. А что пошло не Первый так? муж. Первый зять был не актив, не ась. Она уже была замужем? Да. У меня уже внуку 8 лет. Подожди, она у тебя разведенка с прицепом, а этот олень хочет ее в ЗАГС повезти. Нет, там без оскорблений на личность ему не переходит. Конечно. Дружище, ты что, обалдел, что ли? Ты не знаешь, что такое разведенка с прицепом? Разведенка с прицепом – это второсортное дерьмо, абсолютно непригодное для создания полноценной семьи. Стой! Не убегай! Не убегай! Не убегай, я тебе объясню, почему. Скажи мне, пожалуйста, кого она будет любить больше, тебя или ребенка? Кого она будет больше любить, тебя или ребенка? Ребенка. Ты понимаешь, что Это ты там уже априори. изначально на втором месте, подкаблучник, ты дебильный? Ты знаешь вообще, кто я? Ты знаешь, кто я? Закрой рот, тебя никто не спрашивает. Ты знаешь, что я с мужиком разговариваю? Во-первых, имей понятие, когда говорят мужики, бабы молчат. Бабы молчат, когда говорят мужики. Закрой им рот. Ты мужик там в этом доме или не мужик? Мужик, позакрывай им рот. Ты понимаешь, я тебе сейчас показательные выступления устраиваю. Они тебя будут всю жизнь чморить. Беги оттуда, блядь. Ничего, что мы на руках носим нашего А? Антона. Слушай, На руках. я разговариваю с мужчиной. Тебя попросил закрыть рот и подождать. Ты женщина. Ты А ну должна ты знать свое смотри. место. Ты Да меня сейчас. слышишь? Мужик, Что-нибудь если ты в угодно. заложник... Блядь, у меня, честно говорю, блядь, у меня чуть сердце не выпрыгнуло, блядь. И что делать?